Приветствую вас на моем рутуб-канале. Пацаны, перед просмотром этого ролика нажмите Ире на ракету под этим роликом, чтобы ролик этот попал в топ и набрал больше просмотров, и чтобы его увидело больше человек. Проду с канала Декстера и третий раунд вы увидите прямо сейчас. Досматривай до самого конца, потому что там трэш. Третий раунд. Давайте, покажите красивый бой финальный по углам. Давай, Саня. Ты что делаешь? Зачем вышел? Красный угол, дисквалификация. Дисквалификация команды. Ты болел спринт. Он вписался, все происходит. Зачем ты вышел? Потому что они как дети. Какие дети? А ты еще взрослый? Я взрослый. Они нормально работали, ты чё, дурак? Они там вообще уже все уставшие были. Чё это вообще было? Чё это за удар? Гамон какой-то. Середина! Иди сюда. Ввиду дисквалификации бойца из красного угла победу одержает Тиню. Молодец, Максим! Предупреждать можно. Свалили нахер отсюда. Бегом! Не слушай никого, ты победил. Ты лучше, Максим. Я тобой горжусь! Молодец! А чё так, не слишком жестко с ним? Два замечания. Третий посторонний в ринге. Это такие правила реально есть? Ну, конечно, есть такие правила. В ринге посторонний находится рефери и два бойца. Больше в ринге никого нету. Слышь ты, бородатый, иди ты нахер. Зал у тебя вообще говно. Да пора сапога. Вызови ты. Не, ну я согласен, что поведение не спортивное. Аркадий Андреевич, вы пришли под самое завершение, конечно. И вот, таких судьба ломает. Не, ну так, конечно, нельзя. Ну так не делается. В зале такое, даже я, конечно, знаю, что в зале так не поступают. Я выиграл по спортивным правилам, то есть мы нормально все вышли. Не, ну ты как бы раунд затащил, да, я думаю, это очень раунд. Активно. Ты красавчик, давай пятюню. Первый раунд я смотрел, что как он что из себя может, смотрел. Mm-hmm. А второй раунд я его уже разматывал, потому что я узнал, что как бить, как его проходить. Mm-hmm. Ну вот все по спортивному вышли. Ты красавчик, чувак, да, реально. Да. Это был хороший бой, ты молодец. С ними поговорить уже не могу, потому что они, ну реально, поступили не очень сейчас красиво. Они из 10 класса, у меня есть друзья старшаки, попрошу их, чтобы тоже за школой. Ну короче, все, Егор, я выиграл. Алиса теперь знает то, что я сильнее всех, лучше всех. Так что все. Я показал то, что я мог. Я доказал то, что я выиграю. Я доказал. Все. Поехали тогда. Поехали. Макс, ты молодец. Я тобой горжусь. Настоящий мужик. О. Спасибо, Аркадий Андреевич, что приехали. Да ничего, молодец. Не за что. Ты настоящий мужик. Я тобой горжусь. Это поступающий. Поехали.